Жарик совсем истрепали. Мне акулы нужны. Дюжину. Ну что мы с тобой будем соревноваться в юморе? Кому нужны бессмысленные приказы? Таких не существует. Да? А 262-й пункт программы испытаний, помнишь? Мы еще и первую сотню не выполнили. Порошок против акул я получил, килограммов 6. А испытать не могу, нет акул. Не нуди, не до шуток. А я не шучу. Поезжай в Австралию, там акул хватает. Значит так, акт не подпишу и сам доложу главному, что испытание провести не мог. Нет акул. Выкладывай. Неплохо, неплохо. 6,5 минут. Но надо укладываться в 5. 5? 5 – это теоретический расчет. Но ты же сам свято веришь инструкции. Двое задержались при спуске, вот. Да и с тросом замешкались. 5 минут. Ни секунды больше. Ясно? Товарищ Мало! Товарищ Мало! Срочно, на связь с 20-м! Секунды больше. Первит, завтра в 10 утра прошу быть наготове. По первому сигналу вылетите. Нет, я буду у себя. Грипп, поэтому на точку не полечу. Если потребуется, вызываю в любое время. Все. Вам пора принять лекарство. Спасибо, я позже. Ну как? По графику. Все будет нормально. Дай бог. Задержусь, Катюш. Чувствую себя гораздо лучше, не беспокойся. Максимум 8. Не больше. Кое-какие дела доделаю и приеду домой. Возьмите. Это срочно, остальное потом. Угу. Нашли с трудом. Искали по всем библиотекам города, обнаружили в «Комсомольской правде». Угу. Они и согласились отдать ее вам. Второй экземпляр в Ленинке. Спасибо, спасибо. Штамп. Штамп. Бездушная фраза. Слушаю. Я хочу сердечно поблагодарить вас за книгу. Она очень дорога мне. Тираж полностью уничтожили в те годы, когда эта фамилия была не очень популярна. Приятно, что ваши библиотеки ее сохранили. Газетчики должны опережать события и предвидеть будущее.
Неплохая черта. Еще раз спасибо особенно тем товарищам, что сберегли. До свидания. Я так надеялся на вас, Зименкова. Первые материалы были свежие, живые, а теперь ни выдумки, ни инициативы. Нужно ездить, искать, летать, пробиваться. У вас же есть все данные. Что с вами происходит? Личное. Нет. В таком случае не понимаю вас. Даже в обычном вы должны видеть необычное и интересное. В нашей профессии главное искать. Ваш материал я оставлю в номере. Сокращу, конечно. Какие у вас планы? Сегодня вечером будет конференция по внеземным цивилизациям. Внеземные цивилизации. Но об этом столько уже раз писали. Поймите меня правильно, я не против цивилизаций. Но почему внеземные цивилизации — это удел фантастов? В обычном надо искать необычное. Кстати, меня просили написать о летчиках. Вот и займитесь, пожалуйста, нашей земной цивилизацией в Аэрофлоте. Договорились? На мой взгляд, товарищи сделали интересные доклады, из которых явствует, что наши братья по разуму могут находиться совсем близко. Даже на Земле. Я понимаю скептицизм некоторых, но смею заверить, что самые интересные открытия в науке принадлежат не скептикам, а оптимистам. А потому, как говаривал Цандер, вперед на Марс! И еще, товарищи, хочу предоставить слово моему молодому коллеге Гришину Георгию Михайловичу. В этом году Георгий Михайлович возглавлял экспедицию в район падения знаменитого Тунгусского метеорита. А теперь возглавляет нашу комиссию по тому же метеориту, но, как говорится, на общественных началах. Прошу вас, Георгий Михайлович. Рано, рано. Я скажу, когда. Угу. Спасибо. Я надеюсь, что в этом зале находятся люди, наделенные богатым воображением. И поэтому предлагаю вам представить, что мы с вами находимся не на Земле, а на Марсе, в марсианском доме ученых. И обсуждаем ту же самую проблему. Есть ли жизнь на Земле? Или нет там этой жизни? По последним данным, полученными нашими марсианскими учеными, можно со всей уверенностью сказать, что жизни на Земле нет и никогда не было, так сказал бы марсианский ученый. Потому что там а. слишком мощная атмосфера, б. там переизбыток кислорода, и, самое главное, с. там громадное количество воды. Все эти факты свидетельствуют о том, что разумные существа в таких условиях жить не могут. А если серьезно, товарищи? Не здороваюсь, грипп. Мне вчера нагоняй был. В Англии есть общество защиты животных. Когда они узнали, что наша собачка погибла, протест официальный правительству подали. Пришлось оправдываться. Как звать собачку? Жучка. Жучка? Да. На перистальтом решили назвать жемчужина. Пес как-никак в мировую печать попадет, ну, жучка-то неудобно. Жемчужина уж больно красиво, надо попроще. Да предложения разные были. Золушка, Белянка, Искорка.
Даже Эсмеральда? Нет уж, пусть тогда лучше остается жемчужина. Эсмеральда, еще французы пришлют протест. Ключ на старт. Отход кабель мачты. Предварительная. Промежуточная. Подъем. Есть контакт подъема. Тангаж и рыскание в норме. Давление в камерах сгорания первой и второй ступени в норме. По телеметрии есть сбой в системе управления. Давление в камерах сгорания в норме. Есть отделение первой ступени. Давление в камерах сгорания в норме. Зафиксирован сброс обтекателя. 200 секунд полет в норме. Появились сбои в телеметрии. Есть включение третьей ступени. Параметры работы двигателя. Неустойчивый прием телеметрии. Сброс схемы. Повторный сброс. Всем службам. Всем службам провести поиск сигнала по штатной программе. Поиск сигнала телеметрии нет. Поиск сигнала. Телеметрии нет. Станции наблюдения объект не фиксируют. 320-я секунда полета. Всем службам провести повторный поиск. Станции радиолокации провести повторный поиск. Станции радиолокации не подтверждают... Так, значит, жемчужина. Ну, тогда нет англичан, нет французов, протестов не будет. Всем. Когда у вас будет анализ предварительных данных? Часа через три. Все необходимые службы ко мне, будем разбираться. Я жду. Есть. Зайди ко мне, минут через 10. Всем пунктам, находящимся на трассе поведения, усилить поиск. Усилить поиск. Очевидно, авария носителя. Я понимаю, что две за один месяц это много. На этот раз споткнулись не в космосе, а при выведении. Причины нет, пока не знаю. Декабрь вообще трудный для нас месяц. Лучше бы его совсем не было. Я не оправдываюсь. Просто прошу понять, что мы имеем дело с принципиально новой техникой. Да. Да, если бы все было ясно, то люди давно были бы в космосе, и по Марсу, и по Луне ходили. А пока что мы на Земле, и только на ней. Так. Так. Температура воздуха минус 13 градусов. Записала? Записала. Скорость ветра? Всего 4 метра. Всего 4 метра? Всего. Записала? Всего-то не надо писать. А сколько? 4 метра. 4 метра? Записала? Без всего надо-то. Без всего написала? Ну вот. Это они. Кто они? Они. Кто они? Инопланетяне. Тунгусский метеорит ищут. Чего ищут? Корабль. Корабль, они прилетели. Прилетели. Сколько же лет прошло? 50, нет. 52 года. Я же знал, что они прилетят. На вам чаще идут. Прилетели. Прилетели. Это бог северного сияния. Нет. Он всегда прилетает, когда у него новые нарты. Нет, 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 это они. Это они оттуда, издалека. Ну-ка, быстро на связь. На связь, быстро. Все здоровы будут. Все хорошо будет. Счастья будет много. Дома будет хорошо. Муж любить будет крепко. Детей будет много. Охота будет. Мясо будет. Все хорошо будет, пока ты будешь.
президенту Академии наук СССР. Сверхсрочно и сверхважно. Сверхсрочно и сверхважно. Видел приземление корабля пришельцев. Инопланетян. Иду на контакт. Метеоролог Мангулов. Метеоролог Мангулов. Бог серого сияния ждать не будет. Дети здоровы будут. Хорошо будет. Так. Соль положила, спички положила. Егор, держи мешок. Слушай, Волчью щель плохое место, а? Ну, знаю, знаю. Может, я с тобой пойду, а? Нет, 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 нет. Ты останешься дома. Будешь жечь костер, ясно? Вот так. Хорошо, хорошо. Я тебе заеду вот. Ну, тихо, в лобдом. На! Предполагаемый район падения объекта ограничен квадратом Иркутск, южная часть Байкала, Красноярск, Томск. Можно сказать, вся территория Советского Союза. Так будет точнее. К сожалению, у нас нет данных пеленгации. Станции, находящиеся на Дальнем Востоке, не зарегистрировали прохождение объекта. А в этом районе станций нет. Нужно проследить, чтобы они появились по всей трассе выведения к главному событию. Угу. Утром начнем прочесывание всего района. Будем искать. Я хочу повторить, мне нужен этот объект. Мы не можем понять причины аварии, это значит, что объект нужен любой ценой и в любом состоянии. Хорошо бы поточнее определить район падения. Телеметрии мало. И потом мы не знаем, когда она прекратила к нам поступать в момент аварии или гораздо раньше. Ваше соображение. Мне кажется, что полет продолжался и после отсечения телеметрии. Обычно не бывает, чтобы сразу все вдруг отказало. Ответ, конечно, исчерпывающий. Я хочу повторить, мне нужны не предположения. Не предположения, мне нужны точные данные. Какой техникой вы располагаете? Техники достаточно. Арвид, тогда тебе нужно вылететь в этот район и возглавить поиск. Отсюда, как я понимаю, не все видно. У нас программа испытаний. И вряд ли чем мы сможем помочь товарищам. Нет, я, конечно, могу прокатиться на одном из самолетов, но там от меня будет толку меньше, чем здесь. У тебя все такие толковые? Все. Насколько я знаю нашу службу, нам надо работать быстро, но разумно. Быстро — это не то слово. Через сутки произойдет взрыв. В чем дело? Телефонограмма. Просили срочно передать товарищу Грише. Пожалуйста. Прошу. Что там? Еще один фанатик. Корабль пришельца видел. Теперь многие бредят инопланетянами. Да. Подведем итоги. Вы продолжаете поиск, спасатели пока остаются здесь. Прошу всех быть в готовности номер один. Информировать меня через каждые 3 часа, если, конечно, не произойдет ничего непредвиденного. Все свободны. Товарищ Гришин, задержитесь. Все-таки я прошу вас еще раз внимательно изучить все данные. Угу. Необходимо сузить район поиска, иначе они могут далее это искать. Ясно. Дорогие мои, плохо мы готовы к главному событию. Плохо. Ракеты летают, а где они летают, мы не знаем. Ведь вы этих ваших инопланетян спрашивали. А вы что, этим всерьез увлекаетесь? Да, детская мечта, не могу избавиться. А? Ну, забавно. Тунгусский метеорит, марсиане. Кстати, многих эта мечта позвала в космос. Доберемся и до тех самых миров. И посмотрим, как эти самые ваши инопланетяне живут, на чем летают. Действительно, хорошо получить в свое распоряжение их кораблик. Свои бы тогда не надо было делать. Украли, и все. А кто этот фанатик, вот, телеграмм-то? Метеоролог? Да. Метеоролог, сибиряк. Он живет вот здесь. Я там был летом.
Это за 3000 километров от нашего района? Нет. Наша никак туда довернуть не могла. Это против всех законов механики. Против, против. Не зуди. Работайте. Да, кстати, а как фамилия этого вашего фанатика? Мангулов. А ну дай-ка сюда телеграмму. Соедините меня срочно с городом Тура. Первый секретарь горкома или райкома. Выясните предварительно. Хорошо. И, пожалуйста, срочно. Я жду. Секретарь райкома Иван Павлович. Говорят, из Академии наук. У вас есть метеоролог Мангулов? Скажите, пожалуйста, а что он за человек? Мангулов? Хороший человек. А что случилось? Принять самолет? Постараюсь выяснить. Мне нужно полчаса примерно. Только попрошу вас связаться со мной. Нам ведь иногда связь не дают с Красноярском по несколько дней. Тем более с Москвой. Снег глубокий, аэродром закрыт уже 3 недели. Необходимо расчистить взлетную полосу и принять хотя бы один самолет. Дело государственной важности. Утром. Я вас еще побеспокою. Спасибо. Надо лететь. Нас не поймут, если не примем участие в поисках. Там сотни людей, десятки самолетов. Военные делают свое дело, а ваша спецгруппа здесь. Но вы что, не возражаете? Я обсуждаю приказ до тех пор, пока они не отданы. Вам двоим будет особое задание, вернее, троим. Ему тоже.
Уважаемые пассажиры, командир корабля «Экипаж» приветствует вас на борту авиалайнера Ил-18, выполняющего рейс 666 по маршруту Москва-Алма-Ата. Сегодня юбилейный рейс нашего экипажа, сотый. Полет будет проходить на высоте 8000 метров со скоростью 650 Спасибо. Километров. Спасибо. Вот видишь, они уже 99 раз летали по этому маршруту. Ага. Не бойся, все будет хорошо. Дай валидол. Разрешите запуск. Борт 032, рейс отменяется, рейс отменяется. Оставайтесь на стоянке, экипажу находиться в машине. Что случилось? Рейс отменяется. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам наш рейс задерживается. Посадка будет объявлена дополнительно. Что случилось? Если на борту пресса, значит, что-то должно произойти необыкновенно. Задержка небольшая. Наверное, специально для вас что-то придумали. Я серьезно. Я тоже. Пока не знаю, но, по-моему, для вас не имеет значения, куда мы летим, лишь бы сотый рейс состоялся, не так ли? Я уже в материале. Сотый рейс – заголовок. Кстати, эпизод с отменой взлета неплохо ляжет в сюжет. А у вас уже и сюжет есть? Только схема. Мне такие эпизоды не нравятся. Предпочитаю без неожиданности. На этом должна держаться авиация. Чем обычнее, тем лучше. А в нашей профессии наоборот. Лучше, если меньше стандартов. Здравствуйте. Здравствуйте. Полетели. Это куда же? Разберемся в воздухе. Но вы же не в такси? 86-й, первый, освободите полосу. 766-й, еще на круг. 24-й, ваш коридор 7 километров. Борт 032 немедленно на взлет. Курс получите в воздухе. Группа на борту. У вас все? Да, вперед. Группа на борту. Борт 032, руководитель группы товарищ Пало. Все его распоряжения, приказ, как поняли? Понял. Разрешите запуск? Запуск разрешаю. Мы в полном вашем распоряжении. Их пока не будет. Если есть возможность, то покормите моих людей. Взлетели уже в воздухе. Спасибо. Здесь домик метеоролога, а чуть выше Волчьи ущелья и долина. Мы рассчитывали, что остатки метеорит должны быть здесь. Тайга практически непроходима, болото, завалы. Ну, сейчас зима. Значит, глубокий снег, еще труднее. Смешно. Но в этой экспедиции я очень надеялся найти остатки корабля пришельцев, инопланетян. Разгадать тунгусскую загадку. Может, из-за этого и в космос пришел на нашу фирму. Из-за фантастики. Смешно. Вместе посмеемся, если они действительно прилетели сейчас там. Бред какой-то. Вот я никогда не думал, что мне придется работать с сумасшедшими. Инопланетяне, летающие тарелки, блюдца. Неужели это интересно? Разве нет? Ты когда-нибудь прыгал с парашютом? Нет. Придется прыгать. Тут можно и на карту не смотреть. В таких местах нет хороших посадочных площадок. Для нас, конечно. Вашим-то инопланетянам все равно, где садиться. Могли бы где-нибудь в Шереметьево, во Внуково. Мы бы их встретили с оркестром. А им вот тайгу подавай. Нет у них ни капли разума. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Дежурный! Чего шумишь? А, это вы, Иван Павлович. Козлов? С каких это пор у вас стали пилоты дежурить? Да диспетчер с последним рейсом в Красноярск махнул. Там теперь и кукует. Приходится его подменять, вдруг кто позвонит. А твоя стрекоза как? Отдыхает.
Я думаю, месячишка придется и мне куковать. Снегу понасыпало. Что-нибудь случилось? Звонили из Москвы. Просили принять самолет. По важному делу, говорят, нужно. И срочному. Это же невозможно. Все засыпано. Давай помозгуем. Самолет утром приходит. Уже летит? Угу. Летчик-то хоть ничего. Думаю, плохого не пришлет. Ну, бульдозеры надо с леспромхоза. Да людей побольше. Лопаты в руки. Другого не остается. Значит, город надо поднимать. Дорогие товарищи, я обращаюсь к вам от имени райкома партии с большой просьбой. Извините, что в столь позднее время вынужден вас будить. Я обращаюсь к вам за помощью. И в первую очередь обращаюсь к мужчинам. Надо расчистить посадочную полосу. Дело срочное и государственной важности. Заправка? Новосибирске. Сообщите туда. Заправщикам на полосу. Сколько там по минимуму? Минут 20. И сразу летаем. Ветер попутный, попробую выгадать еще полчаса за счет скорости. Спасибо. Правда, никак не пойму, к чему такая спешка. Вчерашний день догоняем. А это нелегко. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я корреспондент «Комсомольской правды». Пишу очерк об экипаже «Сотый рейс». Хотела бы взять у вас интервью. Ваша фамилия? Павлова. А ваша? Ой, впрочем, мы с вами где-то встречались. Кстати, совсем недавно. Да? А в политехническом вы выступали, ваша фамилия? Гришин. Зименкова. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Очень приятно. Я еще ни разу в жизни не видел живого корреспондента вблизи. Они оказываются довольно симпатичные. Что ж ты, таким делом занимаешься? Он у нас специалист по инопланетянам. И ни одного интервью. Они обычно корреспонденты академиков предпочитают. Где уж нам грешным? Скажите, пожалуйста, как вы... Лучше у нее спросите. Я не люблю появляться на страницах печати. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Мы летим в район Подкаменной Тунгуски, где, как известно, в 1908 году происходили довольно странные события. Что вы имеете в виду? Тунгусский метеорит? Да. По одной из гипотез, это был корабль пришельцев, инопланетян, с ядерным двигателем. Ну, из-за какой-то аварии корабль взорвался, и вот теперь на этом месте происходит весьма любопытное явление. Бред. Один из метеорологов заметил нечто странное, и он предположил, что наблюдал посадку еще одного корабля инопланетян, которые, очевидно, ищут своих предшественников. Перестаньте меня разыгрывать. И вот теперь есть возможность проверить эту гипотезу, которая так волнует людей с того самого 1908 года. Что это? Вы серьезно? Хотите верьте, хотите нет. Так ведь это сенсация.
Что нового? Пока ничем обрадовать не могу. Добавили еще 5 машин. Ищем. Степень риска слишком велика. Приказ есть, но трудно... Полковник, вы человек военный. Если есть приказ, его надо выполнять. Если что-то появится, звоните мне или сюда, или домой. В любое время. Есть, товарищ главный. Машину поторапливайтесь. Побыстрее, побыстрее. Ну, значит, по спасателю на каждый поисковый самолет. Есть. Час назад вылетели? Понял. Значит, через 3 часа буду здесь. Пока трудно сказать, делаем, что можем. Очень глубокий снег. Но в крайнем случае на брюхо. Почти весь город вышел. Молодцы. Они не увидят полосы. Сверху один снег, белый снег. Костры? Вряд ли помогут. Надо чем-то черным обозначить начало полосы и ее направление. А я бы навел. Саша. У каждого печь сажа. Возможно. Надо успеть. Через 3 часа они будут здесь. Не завидую этому летчику. Ох, не завидую. Если шарик будет найден целым, возможен взрыв пиропатронов. Они сработают через 20 часов. Не найдем, взорвемся. В группе ПАЛа все знают, как их отключать. Я распорядился, чтобы на каждом поисковом самолете был один из сотрудников ПАЛа. Thank you.
Живы они там. Эй, есть кто? Ишь ты. У меня в ушах барометр. Чувствую, когда самолет идет на снижение. Сразу гул какой-то в ушах появляется. А вы вот так делайте. У нас очень симпатично получается. И большое вам спасибо за поддержку. Иначе он не взял. Ну, вы так убедительно рассказали, что вас непременно уволят с работы. Mm-hmm. Кто бы мог отказать? А что, редактор действительно такой суровый? Серьезный мужик, слов на ветер не бросает. Но с ним интересно работать. Да у нас тоже не мягкий. Что? Прежде чем идти на посадку, осмотрим район. Приготовьтесь. Будете вести наблюдение по левому борту. Обо всем необычном докладывайте. Слушаюсь, товарищ командир. Не до шуток будет, если придется идти на вынужденную. А вы очень неразговорчивый. Между прочим, с вами женщина разговаривает. Однажды мне поручили сделать материал о фантастике, и я... Я предпочитаю фантастику в чертежах. Фантастику в чертежах? Но ведь это не ваше, а совсем другого человека. Это не имеет значения. Возможно. Итак, вам поручили материал. Что же дальше? А, да. А дальше, значит, я... Через 5 минут. Что через 5 минут? На ваш рассказ есть 5 минут. Продолжайте. Я пошла на общее собрание Академии наук. Там было очень много знаменитых академиков. Я набралась храбрости и стала задавать всем в перерыве один и тот же вопрос. Любите ли вы фантастику? 20 академиков спросила, очень интересно отвечали. Потом в клубе любознательных дали полстраницы. Разные были ответы, но один самый короткий. К сожалению, его не напечатали. Об этом академике нельзя писать. И что же он сказал? Предпочитаю фантастику в чертежах. Нашли? Самолет не сможет сесть. Да, там 4 человека. 3. 4. 3. 4 с ними корреспондент «Комсомольской правды». Кто разрешил? Не знаю. Вообще, зачем было посылать этот самолет? Рисковать людьми? Приказ мой, ответственность на мне. Я не об ответственности. Я о необходимости. Бессмысленного риска не люблю. Тебе приходилось садиться на вынужденную? Нет. А я садился 4 раза. Обошлось. У нас дело такое, без риска нельзя. Мы должны добывать информацию любой ценой. Повторяю, на Земле любой ценой. А в космосе... Там и своих неприятностей наберется достаточно. Так что на Земле надо использовать каждый шанс. Даже если риск. Даже если большой риск. Вам бы все-таки надо к врачу. Вот берег реки. А вот метеостанция Монгулова. Радиограмма пришла отсюда? Да. А дальше по реке. Волчьи ущелье. Туда дальше. Пройдем над Турой. Посмотрю площадку. Пойдем. Угу. Тура, как слышите? Это ты, Козлов? Да, здравствуй. Ну, это вы молодцы, что коридорчик обозначили. Думаю, впишусь. Да. Пусть бульдозеры встанут по сторонам. По обеим сторонам. Да, незаметны. И чуть подальше от полосы. Понял, понял. А то вдруг меня закрутит. А они все-таки железные.
Ну все, ухожу к монголу на Волчье ущелье. Вас понял. Слева по борту, смотри. Слева по борту костер. Слева? Что видели? Костер. Дымка, это плохо видно. Оранжевое пятно, левее костра. Мне тоже показалось. Я прыгаю. Ты обеспечишь все необходимое туре. Он сделает. Одного тебя не пущу, да и не положено. Предупрежу летчиков. Мы уходим. Сначала пойдет этот груз, потом мы. Так? Вы уходите в туру. Послушай, но ведь... И не спорить, времени нет, это приказ. Сообщишь 20-му, что видели оранжевое пятно, он поймет. Угу. Рация у нас есть? Сразу выходим на связь. Они постараются. На первом заходе груз, а на втором мы. Я им все объяснил. Нужно вызывать ребят. Не успеют. Мало времени. До встречи. Ты за мной. Вперед. Идите в хвост и хорошенько пристегнитесь. Сейчас начнем посадку. Ты знаешь, они недавно приезжали ко мне, все шестеро. И каждый хорош. Каждый. Ну, те, кто собирается занять это кресло. Любопытный парень есть, улыбчатый такой, за словом в карман не лезет. Обаяние в человеке — это все-таки великая вещь, великая. У меня вот нет. Господь Бог, вернее, пап с мамой не дали, а у него есть. Ну, ничего. Самые первые наши кресла. Красиво. Хозяина только не хватает. Но... Меня беспокоит группа Палло. Если что случится, нам не оправдать. Доверять надо. Кому? Людям. В группе Палло я уверен. Я имею в виду не только тех, кого мы знаем. С нами работают тысячи людей. Каждому из них надо доверять, иначе навсегда останемся на земле. Работают они не хуже нас с тобой. В сегодняшней ситуации даже лучше. Так что в наших с тобой интересах доверять каждому из них. В том числе и летчику этого самолета. Срочно главному конструктору. Информация из туры. Срочно главному конструктору. Разбились. Информация из туры. Понимаю, что плохо видно, но уже сделать-то ничего нельзя.
Еще разок пройди, присмотрись. Края сливаются. Чем бы их обозначить, а? Что придумать? Тебе не страшно? Немножко. Ну, это хорошо, что немножко. За мной! За мной, мужики! Снимай одежду! Бросай вправо и влево! Быстрее, быстрее, грейся бегом! Бабы, сироты, не вставай! Не вставай! Вот, смотри, лечись! Лечись, лечись! Смотри, они все-таки сделали невозможное. Теперь бы нам не подкачать. Да-да, Козлов, все прекрасно. Коридоры вижу, садимся. Да к черту, к черту. Все в норме, командир. Ну, где наша не пропадала? Скребем плоскостью. Командир, держи! А что, Танюш, неплохой у вас материальчик получается. Главное, сами в центре событий. Я постараюсь. Итак, почему же объект оказался здесь? Это невозможно. Получается, что ракета вообще летела вопреки всем законам. Только какое-то невероятное стечение обстоятельств. Я прошу вас навсегда забыть эти слова. Невероятное стечение обстоятельств, невозможно и так далее. В нашем деле этот лексикон недопустим. Нельзя слепо верить, нельзя! Прошу во всем внимательно разобраться и доложить мне. Свободно. И все-таки действительно невероятно. Это именно наш объект. Информации от Пала нет. Молчит пока. Ты знаешь, я теперь не просто подозреваю, а уверен, наш объект. Знаешь, что произошло? Не отделилась последняя ступень. Не сработали пиропатроны. Эти умные головы были убеждены, что надо стрелиться, и вот просчитались. Почему это произошло, а черт его знает. Ответить на этот вопрос можем только пощупав то, что там нашел Пала. Да, действительно. Почему? В запасе у нас на все чуть больше 8 часов. А? Волки тут всю ночь кружили. Ага, чуют, наверное. Кого? Кого? Пассажирку. Часть пиропатронов не одерилась. Шарик затянут металлическими лентами. Их так просто не возьмешь. Они должны были разорваться там, наверху. Ты имел дело с носителем? Нет, только шариком. Я тоже. Ума не приложу. Как к нему поступиться? Надо Москву сообщить. Я не знаю, что делать с этой штукой. Ну, чертова секретность. Знать, что положено знать, и не больше. Система Бодрова стоит. Не успеют сюда спецов спросить. Через пару часов темно будет. Да. Осталось 8 часов. Но если сами полезем, то и как на минное поле. Понимаю. Прежде всего рация. Потом надо кого-нибудь из туры взять, чтобы сфотографировать все. Если шахнет, то хоть снимки останутся. А то той поры шарик трогать не будем. Нелепость. Найти и взорвать. Кажется, вертолет в туры есть. Козлов-то летает!
У нас ведь в тайге закон какой. Коля зовут, значит, нужен. Значит, без тебя обойтись не могут. Прилетит. Значит так. Разбираем грузовой. Устраиваемся здесь. А я свяжусь с Турой и Москвой. Пожалуйста, горячий. Спасибо. Спасибо. Добавить? Угу. Спасибо, спасибо. Половышев на связь. Слушаю. Так? Так. Но это же ведь замечательно. Ты даже не представляешь, как это замечательно. Да? Ну, теперь можно понять, почему это произошло. Третья ступень странно. Ну, по расчетам такого не может быть. Перестань, не может быть, не может быть. Так есть, и это факт. Факт. У нас в запасе не более 8 часов. Но тут черт ногу сломает, и к шарику не пробраться. Надо любыми средствами доставить сюда фотографа, отснять объект, пока светло. А затем попытаться освободить шарик. Это сложно. Я знаю, я работал с ней. О фотографии тоже ясно. Вертолет сейчас узнаю. Вертолет есть? Есть. Вертолет есть. Прилетим, ждите. На связи оставляю летчиков, у них есть опыт. Ждите, 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 прилетим. Командовать парадом придется мне. Нужен вертолет. Взлететь-то мы взлетим, а вот сядем ли, это неизвестно. В общем, я должен быть там. Я должен быть там. И со мной человек, который умеет фотографировать. Я готова. Желательно мужчина. Это моя профессия, и не спорьте. Там нужен не любитель, а профессионал. И без дискуссий, пожалуйста. Хорошо бы подготовить самолет к взлету. Возможно, я понимаю, что всю ночь работали, устали люди, но... вероятно, потребуется отправить срочно самолет в Красноярск и Москву с пассажиром. Возможно, срочно потребуется. Приказываю, необходимо быть готовым к вылету и выброске десанта. Это раз. И главное, обеспечить надежную связь с Турой и группой ПАЛО. Пусть поднимут в воздух два самолета и баражируют между Красноярском и Турой, и ретранслируют наши радиопереговоры. На одном из них, лучше на обоих, должны находиться люди из группы ПАЛО. В случае необходимости их надо выбросить на помощь. Но главное – это связь. Обеспечить надежную, устойчивую связь. Гришин имел дело с третьей ступенью. Он участвовал при комплексных испытаниях. Гришин. Да. Гришин. Да. Передайте срочную телеграмму ПАЛО. Категорически предупредите, что главное – это безопасность людей. 20-й. У меня такое впечатление, что вся авиация теперь только и занимается тем, что нас с вами возит. Мне это приятно. А скажите, кстати, вы замужем? Это что-нибудь изменит? Ну, я должен хоть что-нибудь знать о женщине, с которой столько времени провожу наедине. Уже не замужем? Ну, тогда мое отношение к вам резко улучшается. Чтобы вы располагали аналогичной информацией, сообщаю, пока не жена. У меня есть кардинальное предложение. Переходим на «ты». А? Ну, я подумаю. А скажи честно, ты действительно умеешь фотографировать? Судя по характеру вашей твоей профессии, ложь у вас большим преступлением-то не считается. Во имя дела. Предпочитаю говорить правду. Приготовьтесь, подлетаем. Готовы. Я по этой штуке ни разу в жизни не спускался. О, это романтично. Thank you.
Она журналистка и фотограф. А. У нее фотоаппарат есть. Ты спросил? Сфотографируй. Вот у нее фотоаппарат, она и сфотографирует. Да, да, да. Прежде всего, нас беспокоит ход работ. Насколько нам известно, у вас серьезные затруднения. Да, похвалиться нечем. Но к марту будут закончены все три аппарата. Проведем два пробных пуска с собачками. Если по ним замечаний не будет, на третьем корабле спутники полетит человек. Они, кажется, планируют 20 апреля. Шуберт. Шепард. Да, Шепард. Прыжок через океан, 15 минут невесомости. Маловато. Но, тем не менее, это космический полет. А раз так, значит, первым человеком в космосе будет Шепард. Мы обязаны опередить их. Очень хорошо, что вы это понимаете. Правда, некоторые ваши решения мы не можем понять. То есть, что именно? Ну, вот это событие в Туре. Почему вы отказались от помощи? Наложили, значит. Вам действительно нужен этот шарик? Этот шарик нам не просто нужен, он нам необходим. Это первый реальный полет. С перегрузками. Мы разберем этот шарик до винтика. Это первый аварийный космический аппарат, побывавший там. Простите, в таком случае я не совсем понимаю. Мне предложили выбросить десант к Палу, но неподготовленные люди нам там не нужны. А те, которые пригодились бы, они находятся здесь, в Москве. Так их нужно доставить туда? Нет. Мы выделим скоростные самолеты. Не успеем. У нас осталось 6 часов. Так что же произошло? Ступень не отделилась от шарика. Он затянут металлическими лентами, они разрываются в момент отделения. И вот за ночь Пало должен успеть добраться до шарика. Декер. Сейчас. Мы начали разбирать пиропатроны. Пиропатроны? Ну а что делать? Не знаю. Помозговать надо. Согрей чайку, а? Давай, давай. Сейчас готово будет. Татьяна где? Ну? Обрыв произошел во время аварии. Все обесточено. Выход один. Дать ток и подорвать пиропатроны. Тест работает. В общем, сделай так, как это должно быть там. Могло быть в полете. Шарик освободится, и можно будет добраться до начинки. Батарея где? Она осталась на второй ступени, отлетела во время аварии. Но это не важно. Там любая сгодится, даже от автомобиля. Важно завести 12 вольт на командно-временное устройство, и все. В Туре должны быть батареи. Вертолет уже нельзя вызвать. Сейчас стемнеет, а до утра ждать нельзя. Ночь здесь длиннее, чем день. Вот еще что, если запросим главного, он наверняка скажет нет. Мужик он решительный, но на подобный эксперимент не пойдет. Но если выхода нет? Скажет авантюра, а мы, мол, авантюрами не занимаемся. Мне кажется, так. Сделаем, он нам спасибо скажет. Не сделаем, судить не будет. Поймет, что это был единственный выход. Твое мнение? Надо рисковать. Я готов. А ты? Это взрыв. Понимаете, взрыв? Ничего, и по минному полю ходили. Сейчас не война, и никто никому не давал права рисковать. И потом, а имя чего? Чтобы он полетел, понимаешь, он.
У нас есть шанс уменьшить риск там, чуть-чуть, но уменьшить и ускорить работу. Разве это оправдано? А батарея? Батарея есть. От радиопередатчика кадится. Пола не может освободить шарик. Как это можно сделать быстро? Разрезать ленты. Разрезать. А если нечем резать? Не знаю. Ну, предположим, в порядке фантазии, значит, в порядке размышлений. Ток включить, программно-временное устройство. Но сработает, будет взрыв. Взрыв. Взрыв сильный, взрыв опасный. Для того, кто подает питание. Но это же единственный вариант. Да, но я шанса одного не дам, что человек не пострадает. Да, пожалуй, понятно, почему они молчат. Мы сами попробуем, не получится, сами виноваты. Нервы начальства берегут. Нервы начальства надо беречь. При нашей работе и так синяков и шишек не избежишь. А если еще свои будут, в общем, надо их предостеречь, иначе они там натворят. Пишите. Тура, Палла, срочно. Категорически запрещаю подавать ток на командно-временное устройство. Постарайтесь перерубить ленты вручную. 20-й. Если не получится, все-таки в нашем распоряжении останутся обломки. Изучим, поймем. Да, это, конечно, вариант не из лучших. Но других вариантов у нас нет. Рисковать людьми мы не имеем права. Пала не отвечает. 6 минут назад он вышел на связь и попросил сообщить, что они изучают вариант с включением программно-временного устройства. И сразу же связь прекратилась. Что невозможно обеспечить связь с Турой? В чем дело? Я не понял. Что невозможно обеспечить связь с Турой? Но Тура постоянно на проводе. Тура, в чем дело? Почему нет связи с Пала? Поздно. Они взяли батарею от рации. И теперь связи с ними нет. Пожалуйста, вызывайте постоянно Пала, если будет связь, сразу ко мне. Котелок-то для чего? Надо. Танюш? Да. Вы мне очень нравитесь, Танюш. Это вполне серьезно. Сейчас не шучу. Мы же перешли на ты. Прошу прощения, Танюш. Арвид? Я. Отведи всех от греха подальше и сами укройтесь. Потому как фейерверк, обещаю, могучий. Жор, давай я замкну. Давайте каждый заниматься своим делом. У тебя потом своих забот будет полон рот с шариком. Татьяна? Татьяна, вам надо прогуляться. А что происходит? Прошу вас в ту сторону. Пожалуйста. Пойдем, Тань, пойдем, пойдем. Пойдем, раз говорят надо, значит надо. Пойдем, пойдем, пойдем. Таня, пойдем, 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 пойдем. Да ну его, да ну, да хуже не будет, Жора. Молите, давайте, валите, батарею сделаем. Но ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера, говорю, Жора. Пошел к черту. Ага. Валите, валите, давайте, валите.
Жора. Дай. Подняли. Осторожно, осторожно. Смотри, их рука. Да. Понесли. Да. Края ищите сколько. Чувствую, что меня куда-то несут, а глаза не открываются. Ну вот видите, жив. Как там? Все хорошо, все хорошо. Вот только твоя рука. Горит, будто обожжена. Пальцы сильно болят. Нет у тебя пальцев, старина. Срезала обшивкой. Хорошо, что не голову. Все. Четыре. Голова кружится. Ну, это от потери крови. А почему? Вы здесь. Шарик освободился, можно работать. Успеем, успеем. Главное, ты. Как же так? Ребята, торопитесь. Неужели это все напрасно? Мне показалось, она там живая. Торопись, ребят. Лай почудился. Главному сообщите. Обязательно. Главному сообщите. Он обрадуется. Обязательно все сообщу. Утром вертолет придет. Тура! Тура, я 20-й. Немедленно отправьте группу десантников к Палло. Он уже может взлететь. Вот и хорошо, вот и хорошо. Как только полоса будет готова, отправляйте группу Палло. В ней обязательно должны быть радист и врач. Как только самолет взлетит, звоните мне. Твоя наука пригодилась. Не зря заставлял вслепую старый шарик разбирать. Да и ворчал, что напрасно всех мучаю. Значит, был неправ. Ну все, можно крышку снимать. Да. Осторожно. Осторожно. Ну все. Смотри, живая. Жучка. Отключай. Жучка. Ну, это расплюнуть. Чем чушь? Можно вынимать. Да. А ну, давай, давай, подсоблю. Да. Давай, давай на меня. Вот, вот так. Откроем палатки. Вынесли. Жора, а вот и мы. Живая? Так, опускай. Осторожно. Вот так. Живая. Открывай. Все. Вот она. Чемчужина. Живая. Эй, что? Инопланетянка. Жемчужина. Жучка. Милая моя жемчужина. Ну-ка, попей к водичке. Для нее водичка-то лучше лекарство. Пей, пей. Давай, давай. Арвид. Милая моя собачка. Давай, давай, давай. Пей, пей. Ничего не сообщи. Обо мне главному. Передай, мол, все нормально, все здорово. Пусть он хоть эту ночь поспит. Жучка. Жучка. Как дела, Жучка? Все нормально? Ну и хорошо. Жучка. Все живы. У вас высокая температура. Это уже заметно. Запускайте их. Проходите, пожалуйста.
Товарищи, учтите, что у меня очень мало времени. Все поняла, всем позвоню. Чемчужины не потеряй. Будь здоров. До встречи, Жора. Пока, брат. До встречи. Счастливо. До свидания. Ветер сносит его. Да. Он не сможет его поднять. Пусть еще раз попробует. Тут получится. Не получится. Ну, давай же, ну. Ну, милый, ну еще. Ну, давай. Ну, немного еще. Ну! Что он делает? Он фасон заденет! Все лишнее за борт! Ну, черт, еще бы чуть-чуть и поднял! Да! Еще немного. Подождите. Подержи. Давай. Осторожно. Осторожно. Ну пробуй, подъем. Взял? Молодец! Ну ты посмотри на него, а? Ну молодец, ну молодец, поднял! Ну что, дождался пришельца? Дождусь. Прилетят еще. Не может быть, чтоб не прилетели. Ну а сам полетел бы вот на такой штуке. На такой-то? Куда? Ну как куда? К инопланетянам. К ним-то? Да я хоть сейчас.
Хоть в один конец.